Всем привет! С вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Это пустые баночки Бали. А что бы мне вам хотелось сегодня рассказать? Я сейчас снимаю видео из своего номера с отеля. Сегодня мы последний день тут. А, честно скажу, все прошло здорово, классно. Смотрите, какие у нас тут гости. Есть и цапли, и вараны, и ящерицы, и куча гусей, и крупные классные королевские рыбки тут плавают в пруду. Просто великолепно. А все это мне оплатила компания Фаберлик вместе с мужем вдвоем бесплатно. Итак, давайте же с вами начнем. Очень хорошо меня выручал вот такой вот тональный крем от Skylin. Естественная безупречность. Артикул у него идет, по-моему, 62-34. Открытым он хранится 6 месяцев. Объем 30 мл. Действительно нежная текстура, обалденно легкое нанесение. У него идет ровный тон, естественный результат и эффект здоровой кожи без ощущения маски на лице. Все, как и указывали, просто суперски. Тут немножечко плохое освещение, но я вам попробую его показать. Да, сейчас кожа, конечно, подзагорела, он кажется светлее, но он наносится просто идеально. Да, то есть быстро и такой легкий эффект свечения получается. Просто суперский. Да, то есть вот сравните, да, видите, тут какие-то закорючки всякие есть, а тут просто вот ровная, приятная кожа без эффекта маски. Это, конечно, здорово. И такое легкое, еле заметное свечение. А далее покажу вам. Цапель стоит, повернулся ко мне попом. Да, далее покажу вам вот такие салфетки. Мы с собой забыли нормальные салфетки, просто наложили в пакет и забыли взять. Поэтому вот эти влажные салфетки для интимной гигиены, они шли и для лица, они шли и для, как даже сказать, и для интимной, для самой гигиены, и руки где-то протереть, и так далее, и так далее. Очень нас выручили, нежные, классные. Тут 15 штучек, артикул 8726. Легкий такой сладковатый, еле уловимый привкус. Далее, очень мне понравилось, что лак для волос при сильной, обалденно сильной влажности, как даже вам сказать, сохранил всю, все мои прически сохранял, отлично работает. Тут влажность такая, что вот вы знаете, только сделаешь укладку, там волосы пушатся буквально через 10 минут на улице. Вот, поэтому я очень довольна, что наш лак справился. Я подтверждаю, что во влажную погоду он просто отличный. 200 мл, артикул 89-73. Такой вот суперский лак. Далее использовала я вот такую вот серию. Это называется серия Ultra Power. Технология питающий уход. Оба средства идут с аминокислотами. Ну, во-первых, шампунь. Отлично пенится, приятный аромат. Просто суперский аромат. Привет, привет! Тут такая классная природа, смотрите, какой цапелек. Да, то есть отличный просто аромат, суперский, мне очень понравился. Он такой, как вам даже сказать, да, вот видите, мне, конечно, немножко влажновато, но он такой мерцающий, жемчужный, переливается. Очень приятный. А вот примерно столько мы выкинем, потому что смысла нет перегружать пустыми банками. Ну, я еще сегодня пойду, кстати, голову мыть, но уже буду увлажняющим шампунем мыть. Очень понравился шампунь. Суперские волосики мягкие, классные, рассыпчатые. А просто великолепные. И я действительно довольна тем, что в компании такой вот продукт появился. Это новиночка, да, то есть это у нас с вами идет новиночка. Далее, вот такая вот маска для волос. Я ее израсходовала, как вы видите, полностью. Так, давай-ка фокусируйся, фокусируйся. Хочет показывать цаплю, не хочет показывать товар. Да, то есть я ее израсходовала, как вы видите, практически полностью. Очень понравилась маска. Маска просто супер. Она идет тоже с аминокислотами. 200 мл. Артикул 8363. Я ее использовала после каждого мытья головы на корни, чтобы у меня волосы не посыпались. Да, великолепная вещь. Очень понравилась. Очень люблю вот этот вот скраб. И на вот как раз такую жару на природе он мне тоже помог справиться с рядом проблем, да, когда
Так бывает, так, квакша ко мне прилетела, птичка. У меня сегодня будет смешной обзор, ребят. Хочется вам всех показать, они как раз все прям ко мне слетелись. Очень классный скраб, мне сушит кожу, классно скрабирует. У меня его тут чуть-чуть осталось, конечно. Эта вещь идет с защитной мембранкой. Сейчас я вам покажу его. Да, то есть вот он такой. Вот он такой. Да, скрабирует просто великолепно, но не травмирует, не царапает кожу. Очень такой классный, он не пенится нисколько. Да, и вот эти вот как раз скрабинки, они действительно очень хорошо подготавливают кожу к загару. Загар ложится намного ровнее, круче. И вот именно эта вещь мне пригодилась, я так понимаю, что, наверное, больше всего. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, у меня будет много пустых баночек. Это вот такая ярая куча масок, действительно огромная куча. Я ими всеми пользовалась. Так, значит, вот первая маска, такая вот светленькая, обычная масочка, да, тканевая. Это маска с гиалуроновой кислотой, я ее делала практически каждый день. Триактивная маска патч для лица. Она препятствует появлению морщин, возвращает коже гладкость, сияние, заряжает клетки энергией. Очень понравилась, классная маска, почти каждое утро я ее использовала, да. Еще у меня где-то были открытые маски, вот такие вот, ну, штуки, наверное, 4 я их израсходовала. Вот, далее вот такую вот маску расходовала пару раз, такая вот она черная, пенится. А это у нас идет Beauty Love, артикул 1043, тканевая масочка. Тоже хорошо сработала, не сушит кожу, я ее делаю с утра. Вот, Beauty Love называется, это кислородная экспресс-маска для лица, матирование и очищение, очищающая тканевая маска с абсорбирующим древесным углем, которая пропитана концентрированной сывороткой, которая поглощает токсины, абсорбирует излишки жира, устраняет неприятный блеск и возвращает лицу свежесть. Супер, супер маска. Еще раз убеждаюсь, что в компании Faberlic все лучше и лучше, круче появляются новые продукты. Далее, вот такие вот маски патч. Израсходовала я за эти дни 4 штучки. Новые фрукты. Где-то на солнышке перегрелась, где-то что. И получается, что то глаза отекли, то еще что-то. Эта масочка мне помогла быть всегда красивой. Она идет как укрепляющая маска патч для кожи век, артикул 1089. Кожа действительно становится с нее светлее, лучше. Вот такие вот патчонки. Держать их нужно 25 минут, то есть это было каждое утро. Парочку вот таких вот масочек израсходовала. Тоже перед какими-то съемками, перед чем-то, да, вот она такая уже израсходованная, перед съемками, перед чем-то просто делает лицо великолепно классным, великолепным таким приятным, ровным, гладким, суперским, легко ложится крем-блер, отличная вещь. Артикул 1044, это гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние, держать ее нужно также 15 минут, и потом 20-25 даже минут, простите, и потом кожа действительно, даже вот все изъяны, поры, там все, оно становится меньше, да, то есть, ну, мне как бы 35 лет, вот, и я страдаю особо такими повышенными порами. Так, сейчас я попрошу мужа принести мне упаковку, упаковку с оставшимися масочками, потому что тут не все масочки. Антон, вот, значит, две таких вот еще масочки, 30+, 40+, это идет по 10 мл масочки, значит, 40+, великолепнейшая маска, артикул 0713, не знаю, если там остатки какие-нибудь, вот, да, такая вот она беленькая, чтобы вам показать, так, давай фокусируйся, вот, недорогие маски, но действительно хорошо работают, хорошо срабатывают, просто супер. Никаких нареканий нет, действительно, восстановление, упругость, я ее делала, допустим, эту маску я делала на шею и декольте, а эту маску я делала сверху на лицо, отлично в паре сработали, просто великолепно, значит, 30+, это тонус и энергия, тоже отлично, тоже на шее,
Она такая идет прозрачная, гелевая такая, как вы видите, да, вот я кончик выдавила. Ее нужно смывать после применения, да, поэтому вот я ее делала в паре с такой маской. То есть на шею я наносила ботанику, на лицо, допустим, Beauty Love. Далее вот у меня еще тут есть израсходованные масочки, целая сумка. Так, ну это я вам рассказывала. Так, 40 плюс рассказывала. Так, еще одна Проликсир. Так, это у меня использованная куча патчей. Обалденные патчи. Девчонки, приеду, штук 20 себе закажу. Прям вообще, чтобы они у меня всегда были под рукой. Я их еще давала девчонкам, у кого какие проблемы, мешки, там еще что-то под глазами. Просто супер справляется. Вот. Вот эта масочка 50+, она мне просто очень понравилась, да, вот она, видите, такая светленькая, да, вот такая вот она светленькая масочка, густая, питание отличнейшее, лифтинг и питание называется, артикул 0765, тоже супер-супер штучка. Да, то есть не успела я израсходовать вот еще такие вот масочки, повезу их домой, выкидывать не буду. Сегодня сделаю пару штучек, вот у меня осталось питание, но так как я все время кожу увлажняла, я так и их не использовала, хотя маски классные. Да, то есть еще осталось Beauty Love масочка, Проликсир пару штучек осталось, да, то есть я... Так, хорошо запаслась масками, но вот, как вы видите, еще осталось. Но мне вот сейчас, на данный момент, да, если я буду делать маску, я буду расходовать сразу две, да. Вот, к примеру, вот эти вот две 30+. 20+, больше всех мне, кстати, понравилось. Она действительно преображает кожу, увлажнение, защита, просто супер. Вот и девчонки у меня в Турции еще эти масочки. Значит, вот эти две я сегодня буду расходовать в паре вот с этой маской, то есть вот таким вот образом, да, это на шею, это на декольте, а это на лицо. Вот это вот сегодня, а вот это вот все уже я не дорасходовала, я это все повезу домой, потому что у меня же еще были крема всякие различные. Далее оставляю тут из-за перевеса очень классную вещь. Это мгновенное увлажнение для волос. Действие как моментальный антистатик и заметно облегчает расчесывание. Несмываемый экспресс-кондиционер артикул 8966. Мой фаворит. Мой фаворит, что он делает? Он увлажняет волосы, бережно ухаживает, разглаживает поверхность волос. В общем, все, что тут нужно, когда я не пользовалась плойкой, вот этот мне помогал, да, то есть этот спрей мне помогал расчесать волосы. Честно вам скажу, голову мою я тут 3, а то и 4 раза в день. То утром встаю, да, то есть вся шея сырая, все, я вспотела. Я иду в душ перед завтраком. А после завтрака бассейн, хлорированный бассейн. Получается, я покупалась, у меня вся кожа чешется от хлорочки, да. Ну, так не сильно, конечно, но хлорированность чувствовалась, да. Я опять-таки легко и просто иду опять голову мыть, да, то есть голову помыла. И вот этот спрей, считайте, какой он долгоиграющий. Но еще, конечно, были и бальзамы, и все такое прочее. Далее, вот такой вот бальзам кислородный, это единственное, что... Так, это закрытая, кстати, версия, это я повезу домой. Вот такой вот открытый бальзам. Чуть-чуть его уже тут на дне у меня осталось. Я, наверное, сегодня доразрежу и в дорожку его на себя нанесу. Снимает воспаление, если что-то. Но я его использовала только лицо, шея, декольте. Очень понравилось. Мужу мазала плечи. Он все-таки у меня поджарился немножко. Вещь суперская. Артикул 0257. 50 мл он идет. Но он еще, помимо того, что он оказывает заживляющее действие, восстанавливающее действие, он еще и стимулирует синтез коллагена и эластина, который способствует быстрому восстановлению кожи, а после стрессов нивелирует покраснение, раздражение, зуд на коже, усиливает эффективность других косметических средств. Вот, поэтому такая классная штучка, просто суперская. Далее, израсходовала я вот целую упаковку крема для четкости контура завитков. Я делала его в паре с плойкой. Плойка керамическая. Он не прилипает к керамической плойке. Просто отлично. Один запакованный вот увожу домой. Я его открыла один раз, а этот уже полностью пустой. Сейчас, может быть...
Вот еще, да, видите, есть немножечко, да, он такой светленький, он не утяжеляет, не слепляет волосы, не делает их какими-то там сосульками. То есть крем просто отличнейший, 75 мл. Он формирует локоны, поддерживает тонус завитка в течение дня, обеспечивает свободное движение и блеск. Да, все это так, легкая нежная текстура крема питает, увлажняет волосы. Без склеивания и утяжеления, но после бассейна понятно, что он смывается и придает локонам мягкой шелковистой. И знаете, такой приятный, нежный, ласковый блеск. Вот в отдых брать, у кого особенно волосы вьются, это просто великолепная находка для всех, у кого вьются волосы. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такой вот, не удивляйтесь, это ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Я наносила его каждый день на ночь на себя в те дни, когда не поджарилась, не подгорела. Он очень плотный, он очень классный, и он помог моей коже оставаться молодой и красивой, да, тем более мне 35 лет, и я взяла вот такой вот кремчик. Получается очень такой плотненький, классный. Я его наносила после душа, ждала, пока впитается. Впитывается он здорово. Артикул, ну, аромат тут идет, по-моему, вишня. 0,9-20, 170 миллилитров. Он действительно смягчает и успокаивает даже самую чувствительную кожу, устраняет сухость, шелушение, зуд, восстанавливает кожу, потрескавшуюся от холода. Но мне кажется, что холод, что жара, это одно и то же. Подходит для всей семьи, поэтому и мужу я пару раз вот наносила этот крем зима. Дешево, сердито, и действительно он мне помог пережить отпуск, чтобы кожа не потрескалась моя. Далее, вот такой вот полностью кондиционер, сыворотка для глубокого восстановления волос с маслом омлы у меня тоже закончилась. А так как я наносила на кончики, да, то есть старалась маску на корни, а бальзам на кончики, пожалела, что взяла один. Вот, скорее всего, буду разрезать уже и остатки выковыривать, чтобы мне в дорогу голову помыть. Артикул 8969, 200 миллилитров. Отличная кондиционер-сыворотка. Она идет для глубокого восстановления волос. Приятный аромат. А волосики после него рассыпчатые. Ну, конечно, еще спреем потом после. Да, то есть еще у меня и будут сейчас спреи, я их вам буду показывать. Вот, волосы после него не только не портятся в жару, но еще и как будто немножко восстанавливаются. Так, сейчас я встряхну как градусник. Ну, давай. Вот. Вот он такой светленький, очень классно разносится по волосам. Суперски. Просто, не знаю, прям никаких нареканий к продукту нету. Вещь действительно меня выручила во время отпуска, да, получается. Отпуск удался благодаря этим продуктам. Дальше, практически целую упаковку я оставляю вот такого крем-геля, потому что у нас идет перевес. Но один крем-гель я полностью израсходовала. И вот еще такой крем-гель полностью израсходовала, они пустые. Один увлажнялка, другой питалка. Хорошо сработали, кожа не шелушилась, не сохла, ничего. Оба идут 250 миллилитров. Значит, у этого очень приятный аромат кокосового молочка, молочных протеинов. Артикул у него идет, наверное, 83-93, если это он, да, хорошо пенится, на мой взгляд, слегка жидковатый, но если наносить на мочалку, то супер, пенится нормально, прям хорошо, значит, приятный аромат, действительно, очень приятный, вот. Также питательный, он мне нравится больше, потому что он пахнет миндальчиком, этот кокосиком, я миндальчик больше люблю, чем кокосик, поэтому, конечно, да. А миндальчик выигрывает. Артикул 83-91. Тоже классный такой увлажняющий. Я не знаю даже. Вот, да, чуть-чуть я вам покажу его. Но вот этот вот у меня до сюда израсходован. Да, то есть вот столько я просто оставляю тут из-за того, что, ну, некуда складывать. Практически полностью, это мы побили его в первый день, практически полностью израсходованы вот эти вот шампунь и гель для душа. Как гель для душа муж его расходовал, очень он ему понравился, все супер.
все классно, но он идет не увлажняющий. Хотелось бы и для мужчин, чтобы были увлажняющие. Может быть, вы знаете, подскажите. Артикул 0571, 250 миллилитров, азарт игры, скорость, зрелищность. Вот действительно классный такой он. Аромат у него сильный такой мужской идет. Значит, а это интенсивный шампунь, любимый Антохин шампунь для всех типов волос против перхоти с экстрактом белого мха, артикул 86-19. Тоже очень классный, он им пользуется давно, тоже вот столько осталось за эти дни, потому что он тоже часто мыл голову. И вот сейчас сколько выкинем, не знаю. Но еще он будет мыться раз. Так, далее, что покажу вам, вот таким гелем для стирки я стирала абсолютно все, тоже чуть-чуть на дне осталось, но сегодня мы стирать ничего не будем, иначе это будет сыр в пакетах за 40 часов, это стухнет, и это лишний вес, да, то есть мы вчера ничего не стирали, и сегодня уже ничего не будем стирать, тут осталось, ну, я не знаю даже, сколько тут осталось, я, если честно, не чувствую, ну, вот, как вы видите, совсем чуть-чуть. Он такой просвечивающий, классный, хорошо пенится, помог нам не обращаться ни в прачечную, никуда. Наливали его в раковину, пенили, замачивали, потом резко так сильно полоскали, поширкали чуть-чуть. И вот уже полоскали в большой ванной и развешивали. Буквально 15 минут у нас стирка занимала, да, то есть мы ждали, пока оно замочится, отойдет. Просто великолепно справляется даже со многими пятнами, да, то есть где-то поедим, где-то что, пятнышки, хоть бы что, он с ними справляется. Отличный концентрированный жидкий гель для цветных тканей, который подходит и для машинки, и для ручной стирки. Артикул 112-23, а у него, кстати, легкий такой приятный ароматик. Да, легкий. Я еще с собой взяла сухих порошков, свои любимые пробники, да, взяла, но они нам не пригодились, нам хватило его, поэтому эти пробнички я повезу назад. Вот, или, может быть, Райхане отдам, она еще не уехала на пункт выдачи, пусть своим там девчонкам подарят, не знаю, посмотрим по весу, но я вот брала с собой 6 вот таких вот пробников, 5 для белого и 2 для цветных, но в этот раз не пригодились, но в прошлый раз я не пользовалась. А далее вот еще такое средство тоже оставляем. Осталось, вот я вижу, вот столько, да, то есть это я израсходовала, а вот столько оставляю. 200 миллилитров, артикул 87-22, мое любимое. Вы его часто видите в пустых баночках для чувствительной кожи, для интимной гигиены с афродизиаками. С афродизиаками получается, да, отлично пенится, его надо чуть-чуть, он экономичный, очень экономичный, дома у меня он стоит по несколько месяцев, хотя нас две девочки в семье, никаких нареканий к нему нет, действительно не раздражает, не сушит нежную кожу, да, то есть все отлично. Так, этот гель для душа тоже не могу понять, сколько осталось, но его осталось много. Он такой густоватенький, так, не видно, да, не могу посмотреть. А, ну вот где-то вот так, да, то есть тоже оставляю, потому что, ой, жалко, конечно, вещь просто суперская, но я вот не домыла. То есть вот я брала с собой 4 геля для душа, от этого половинка и от этого половинка осталось. Это идет крем-гель для душа Органа Лотос, артикул 24-16, 200 миллилитров. Что он делает? Тут идут в составе расслабляющие масла, тонкие ароматы цветов, запах просто обалденный, действительно классный. Далее идет текстура, она не только глубоко очищает, но и интенсивно питает кожу, да, то есть вот мужу говорила, помойся с ним, потому что ничего увлажняющего нет, он говорит, я розочками пахнуть не собираюсь, да, то есть вот очень бы хотелось, чтобы компания Faberlic. Ой, ну очень приятный такой аромат. Я такие ароматы прямо люблю, уважаю, обожаю. Да, сейчас я вам даже покажу, какой он густой. Он густой и очень-очень сильно пенится. Просто великолепно сильно пенится. Вот я его сейчас, наверное, в дорогу все-таки попрошу его на себя измыть, потому что такую красоту, ну, невозможно выкинуть. Вот, пусть он пару раз им намылится, тем более, что этого крема больше нет, поэтому это единственное, чем он может себя в дорожку утешить.
Итак, далее посмотрим с вами, что у нас так далее. О, вот, кстати, пластыри. Пластыри детокс. Антох, попрошу тебя помощи. Забыла загуглить, грубо говоря, забыла загуглить артикул этих пластырей. Всем советую, это пластыри детокс. Вещь просто офигеннейшая. Вы приклеиваете этот пластырь или там, где боль, или там, где прыщики. В общем, они решают любые проблемы с внешностью и с болью. У меня на данный момент, не знаю, будет красиво, не будет красиво в камеру, но я вам все-таки покажу. Вот эти вот детокс, найди, пожалуйста, пластыри. Вот такой вот огромный шов на всю ногу, и очень сильно болит коленка в любой дороге. Вот, прошу прощения, если вам это не понравилось, но мне нужно объяснить, для чего это, да, мне именно для чего. Просто напрочь за ночь уходит вся боль. Когда я приклеиваю на коленку, когда я приклеиваю на ноги, когда я приклеиваю, ну, в любое место, где болит, на спине защемление, да, к примеру, то... Я действительно в восторге, он просто напрочь выводит всю боль, избавляет от всех прыщиков, да, то есть вообще вещь просто великолепнейшая, он идет в такой коробочке, их там получается, по-моему, вот таких 3 упаковочки по 2 штучки, да, то есть если у вас, допустим, хочется вам выводить из себя токсины, то это просто какая-то что-то типа гомеопатия или что, но всем советую, он не просто обезболивает, он, мне кажется, еще и лечит. Далее, вот столько, да, вот столько у нас осталось геля после загара, охлаждающий с алоэ вера. Ох, какая это классная штука, если вы подгорели. Он, от него просто не чувствуется никакого жжения, он не липкий, он идет с кислородным комплексом и алоэ вера. Значит, он охлаждает, увлажняет, легко распределяется по коже, не оставляя липкой пленки. Охлаждает кожу, быстро впитывается. Абсолютный комфорт и увлажнение идет, питание, смягчение и так далее. Ага. Так, да, это они. Антоха мне тут находит. Сейчас прогрузим, девчонки, расскажу подробнее про эти пластыри. Вам нужно о них знать. Вот, значит, идет 100 мл, артикул 2065. Берите эту вещь с собой на отдых. Вы не пожалеете. Это просто великолепная штука. Это новинка этого года. До этого ее не было. Просто суперская вещь. Далее, очень мне понравился спрей для волос солнцезащитный, но он очень долгоиграющий. Чего загалдели? У меня тут видео идет, ребята. Идет видео. Загалдели они. Антох, там была булочка в сумочке, дай ребенком булочку. Да, то есть спрей солнцезащитный для волос, увлажнение от солнца, увлажняет, придает блеск, не склеивает. Я наношу его, ну, раза 2-3, пока вот валялась на пляжу, тоже много осталось, но я его тут оставляю. Видите, очень много там его. Где-то вот столько я израсходовала, но что поделаешь. 150 мл, 2039 артикул. Значит, он идет с кислородным комплексом. Эффективная защита от солнечных лучей и выгорания, а также от воздействия соленой воды и хлорки. Дарит волосам легкий ароматный шлейф. Все супер, все круто, все классно. Пользовались девчонками, но он идет... Это артикул 11.016. Да, артикул 11.016 вот у этих пластырей. Почитайте про них, у нас что-то с интернетом не грузится. Капризничает интернет, так что извиняюсь, 11.016. Ну, самое главное, артикул сказала. Ну и последние 4 вещи, которые... Я оставляю тоже все вещи, чуть меньше половинки, очень жалко, но, вот это одна, так мы две начали, да, получается, вот у нас 3 таких вот одинаковых, одна не наша, это Райхона у нас оставила, надо ей отдать, она еще тут 2 дня, это молочко после загара, это вот Райхоны. Значит, вот 2 таких вот, это наши. Одну мы брали куда-то с собой, давали ребятам там помазаться, еще что-то. И вот такие вот 2 штучки мы оставляем. Так, да, то есть вот он таким образом срабатывает.
Это идет SPF 30 защита, препятствует фотостарению и высокая степень защиты. Я им мазала все тело. Я не брала с собой в этот раз SPF 20. А у него есть недостаток, да, вот как вы видите, я его наношу, ну, я очень толсто сейчас нанесла, я его наношу, конечно же, на лицо, на все, но если вы спотеете, он у вас будет стекать с лица, и вот это вот плохо, да, то есть приходится постоянно обновлять, постоянно что-то новое делать, да, то есть очень как бы... Вот это дело неудобно, да, то есть вот он с кислородным комплексом, витамин Е, артикул 2054, 50 миллилитров идет, значит, легко распределяется, да, не оставляет липкой пленки, да, не оставляет белых следов до поры до времени. Если вы спотели, у вас все вместе с потом белым следом просто с вас потечет и не смывается в морской воде, да. Да, он не смывается, но если я с утра наношу в номере, сижу, потом пью кофеек, потом выхожу, то он нормально, да, как бы не дает коже сгореть. Но через 2-3 часа на солнце его нужно опять же наносить, и вот тогда начинаются проблемы, что жара, на лице пот, я его, грубо говоря, да, то есть вот видите, он начал исчезать, да, то есть вот это белое, оно исчезает и становится прозрачным. Вот, то есть он отлично держится на коже, все здорово, но вот когда вы его начинаете наносить второй раз, если выступает пот на висках, еще что-то, вы видите, что по вам бегут белые уже такие капельки, белые следы, то есть он смывается, и если он попадает в глаза, от него щиплет хуже, чем от пота. Это прям очень-очень мне не понравилось в нем. Но защищает отлично, даже если вы где-то что-то прозевали и не нанесли вовремя, то и кожа сгорела, то на сгоревшую кожу его тоже можно нанести и быть полноценно на солнышке и не догореть до конца, да? Я думаю, вы меня поняли сейчас. Вот это вот пустая полностью бутылочка, пустая полностью, вот это вот, вот до сюда. Вот, одну райхона у меня, значит, забыла. Значит, молочко после загара, охлаждающее, успокаивающее, тоже вещь суперская, тоже понравилось. Так как у нас закончился, практически закончился этот гель, мы еще вот, Антон вот этим гелем пользовался, артикул 2056, он очень сильно успокаивает, дает ощущение комфорта и смягчения кожи. Вот такая вот классная штучка. В общем, серия лета, я вам скажу честно, что очень понравилось. Единственный недостаток, да, то есть я вот сейчас могу выйти из номера, у меня все будет здорово, как вы видите по руке, да, все будет классно, на мне не будет видно, что крем, да, то есть все как положено, за 15 минут до солнца, все, все просто великолепно, но если я намажусь им второй раз, то у меня уже начнутся проблемы, он не успеет впитаться под кожу. Пот его побеждает, в общем, да, то есть вот таким вот образом, не знаю, корректно, некорректно вам рассказала. Да, и вот еще оставляю один шампунь, да, то есть, ну, его тут тоже чуть-чуть, очень мне понравился он. Артикул 8964, 250 миллилитров, очень хорошо пенится, очень у него... Очень приятный такой аромат свежести. Он интенсивно питает сухие ломкие волосы, возвращает мягкость, блеск, преображает безжизненные волосы. То есть вот все, что мне нужно именно в отпуске, когда я на солнце, на солнце, на солнце. Вот пару дней я не брала вот этот спрей солнцезащитный для волос, но просто забывала, потому что из обычной сумки в пляжную, из пляжной в обычную, солнце оно везде, и на экскурсиях, и везде я бывала, что забывала с собой, допустим, на экскурсию взять SPF, конечно, не забывала никогда. Вот, ну что ж, все мои пустые баночки, по-моему, я вам показала. Если что-то забыла, то уже, конечно, просто молча выкину. Вроде бы рассказала все. В целом очень хороший, как вам даже сказать, вон там цапель караулит от меня хлеб. Они действительно ждут хлеб. Антон, неси хлеб уже из сумочки, булочку. Вот, сейчас с вами покормим этих ребят. Вот, и самое классное, что, конечно, от компании Faberlic такие крутые поездки каждый год, это просто здорово. Дай. Голдят, это мы на завтраке взяли. Да, голдят, хотят кушать, вот так вот. Ой, как маленькие. Маленькие голодняки, да.
И рыбки тоже, тут очень красивые рыбки. Тоже хочется их покормить. Антох, на покорми рыбок, я вам покажу их. Они просто крутые, девочки, мальчики, они королевские рыбки. Я первый раз такие вижу, они просто суперские. Они уплыли, но они сейчас... Они уплыли. Вот-вот они плывут. Видите, ребята, вот там рыбки. Антон, далеко кормишь. Вот они тут, видите, плавают. Такие огромные рыбищи, красивые, я не знаю, килограмма на полтора. Очень классные. Там же цапля просит, да? Вот, вот она. Тут же рыбы, тут же цапли. Вообще супер, конечно, да. Ребят, очень хорошо съездили. Желаю вам всем статуса, как минимум, золотого директора. Чтобы вы каждый год ездили за счет компании действительно в крутые, респектабельные места планеты, крутые, респектабельные курорты, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас все было здорово. Жизнь с Faberlic — это стабильность, это надежность в первую очередь. И это, конечно, вот такая вот экзотика каждый год. Отдых на высшем уровне, я очень довольна, я не знаю, как описать, но я пока еду 40 часов до дома, я просто уверена в том, что я соберусь с мыслями и проведу, и расскажу все в подробностях, что было, но вы просто посмотрите на это, понимаете, это маленькая крошечка того, что я вам показываю, да, то есть маленькая крошечка, почему? Потому что тут огромные бассейны, тут океан, в одной минуте ходьбы океан, да, и когда вот так вживую показываешь на камеру, оно все равно не так воспринимается, а когда ты с уточкой здороваешься, привет, какой у тебя интересный окрас, они такие смелые, что просто, я просто в шоке, привет, ребята, они тут живут, еще с утра тут вараны гуляют и так далее, вон, смотрите, рыбка какая крупная, очень красивая рыбка плывет, тут еще куча маленьких черненьких, но их не видно, только, наверное, камера их стопудово не увидит, вот, это вид просто с балкона, понимаете, это маленькая часть того, что... Действительно, мы бы вам хотели показать и хотели бы, чтобы каждый лидер в нашей команде действительно... Ой, сильно увеличила, да? Ох, как! Перегрелся телефон, очень чувствительный сенсор. Действительно, чтобы каждый из вас испытал вот это на себе, я этого очень желаю. Девчонкам, мальчишкам с моей команды... Это просто круто. Компания за это не берет, кстати, ни налог, ничего. Она все расходы полностью берет на себя. Это просто сказка. Там, где мы находимся, это сказка. Что Доминикана, что Шри-Ланка, мы просто были в шоке. Да, то есть вот смотрите, прямо перед вами три вида животных. Ну, белочки разбежались уже. Белочек я вам не покажу. Ну, вот и квакша была, да. Гуси, рыбки и цапелька украшает, да. Ну все, всем пока-пока. Я надеюсь, что я соберусь и все-таки сделаю очень красивую историю нашего отдыха в подробностях, где мы были, со всеми названиями. Вдруг вы поедете самостоятельно, я хотя бы вам дам знать, где мне понравилось, где не очень и так далее. Всех целую, всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Любите Faberlic, отдыхайте вместе с Faberlic, зарабатывайте огромные деньги и путешествуйте в разные страны мира бесплатно за счет компании Faberlic. Всех целую, всем удачи, всем пока.